Криминальный авторитет Леони Длинный, Леонид Трайтман, про уголовный мир СНГ. Вышедший на свободу в США криминальный авторитет Леонид Райтман в радиоэфире отвечает на вопросы ведущего Сева Каплана, почему он заказал убийство Константиновского, кто заказал и убил Брагина и Щербаня. Как экс-премьер-министр Лазаренко заказал теракты в Киеве и почему они не произошли, как Донецке хотели поставить на счетчик молодого президента Кучму, про войну Днепропетровских и Донецких кланов, кто заказал Рабиновича и кого заказал он про создание бандитами спецподразделения «Титан», многое другое. Настоящий криминальный авторитет Нью-Йорка согласился на встречу с журналистами НТВ и раскрыл темные тайны украинской правящей верхушки. Он готов пойти до конца, чтобы мир узнал, кто пришел к власти в Киеве. Леонид Райтман, он же Леонид Длинный. Один из лидеров преступной группировки на Брайтон-Бич, коллега и старый товарищ особо опасного вора в законе Япончика. По словам Лени Длинного, его так называемыми партнерами по Украине были не только знаменитые воры в законе, но и серьезные фигуранты современной киевской власти. Он хорошо знает, почему мафия незалежно скрывается за спиной премьер-министра Яценюка. Он утверждает, что именно его группировка выполняла заказ Тимошенко на убийство. И может напомнить Леониду Кучме то, о чем тот боится вспоминать. За ним долго охотилась ФБР. Лене Длинному светило 40 лет за организацию заказного покушения. А когда его взяли, Кое-кто в Киеве вздохнул с облегчением в надежде, что авторитет замолчит в тюрьме навсегда. Но Леня Длинный согласился на сделку со следствием и вышел на свободу через семь лет. Теперь ему терять нечего, и он пойдет до конца, чтобы отомстить своим бывшим заказчикам и подельникам которые сейчас захватили власть на Украине. Кто крышует Яценюка? Кого заказала убрать Тимошенко и что скрывает бывший президент Кучма? Кровавые тайны киевского режима. В документальном детективе «Украина в законе» из цикла «Новые русские сенсации»